Эту памятную в российской истории дату отметили и в Москве. В столичном парке Сокольники прошла первая московская Чапаевская лыжня, посвященная кавалеру четырех георгиевских крестов и георгиевской медали командиру знаменитой 25-й стрелковой дивизии. На лыжне было несколько дистанций в зависимости от возраста. Каждый выбрал свою. Все участники забегов получили дипломы и сертификаты, а победители – кубки, грамоты и специальные призы. Атмосферу праздника дополнили чувашские народные песни, а подкрепить силы можно было солдатской кашей и горячим чаем.